Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашей новой рубрики, которой мы еще до сих пор не придумали название. Именинница Гусёк. У кого-то сегодня день рождения, можно ее дружно поздравить в комментариях. Дальше у нас вечно веселая, вечно пьяная, вечно игривая девушка Стасик Мордасик. И, конечно же, мрачная пропердолька Сухарик. Новая серия, она выходит только благодаря тебе. И многие в комментах меня просят, что мы с этими наркоманами записали новую серию этой рубрики, которая называется как мы ее там назвали? Модный приговор? Гладиаторский. Да какой гладиаторский бой? Модный приговор, мать. Никакого гладиаторских боев здесь нет. Здесь кто красивее оденется, тот и самый модный на районе. В принципе, этим мы будем заниматься в этой серии. Пойдемте выбирать, кто с кем будет в этой команде, и пойдем одеваться, конечно же. Новый шмот я подготовил. Новая моя модельерская коллекция весеннего сезона готова. Я тяну первый, и у меня выпал, как обычно, красный. Давайте. Ну, хорошо, все. Мия со мной, и как обычно, по традиции, Сухарик, ты у нас первый, кто будет идти выбирать себе шмот. Да, я вообще не удивлен. Да, я уже привык. Мы тоже а можно мне мою подождите, шутку? Подождите, а кто в тюрьме остается? Ты в тюрьме остаешься. Все, Стасик, сиди там, а мы пошли с Сухарем. Да. Мне уже страшно. Мне тоже. Я боюсь. С каждой серии мы пытаемся как-то модернизировать эту рубрику, и с каждой серии я добавляю какой-то наркоманский шмот. И вот сейчас мы посмотрим, что же Сухарик выберет. Но многие нам писали, чтобы мы за вот эти бабки, которые мы выиграем в сериях, потом в итоге что-то себе покупали. Скорее всего, мы так реально сделаем, но уже в следующей серии. А ты напиши в комментах, как мы еще можем улучшить эту рубрику, потому что мы с этими наркоманами читаем каждый коммент и каждому комменту прислушиваемся. Хлебобулочные изделия, ты готов? Ты готов? Нет. Да, без разницы, готов ты или нет, потому что тебе в любом случае нужно выбирать. Давай! Давай! В этой серии мы будем выбирать правильную дверь. Я надеюсь, что ты выберешь прям самую правильную и оденешься... Я даже боюсь представить, что он сейчас наденется. Сухарик, давай, не тяни кота за причиндалы, выбирай уже что-то. Ну. Так. Там я боюсь туда посмотреть, Мия, я боюсь. Надевай. Иди, знаешь куда? Куда мне идти, Сухарик? Куда подальше? Иди туда. Туда иди. Давай, следующий. Давай, выбирай. Почему два одинаковых? Да без разницы, слишком много лишних вопросов для мужика в чулках. Да, Стасик, да, вот ты. Ля, чулки, балаклава, какие-то ролевые игры сейчас у нас здесь будут, да, Сухарик? Иди еще. Стасик там уже умирает. Образ дилды. Так, подожди, это ты у нас будешь такой длинные ноги, такой стройный, короче, делай себя дилдой, прям шпагой такой огромной, тонкой, худой, но прям большой. Но с чулками. Но с чулками, да. Длинноногая... То есть оружие там будет... Стасик, такое нельзя говорить на серии, я тебя предупреждаю. Поэтому лучше помолчи. У нас детский контент. Ну, не учитывая чулки. А чулки что, как будто взрослые, да, какой-то контент? Просто обычные чулки. Ты просто посмотри, еще тут каблучков не хватает, и просто... Йохар! Давай дальше, Сухарик, выбирай. Ну тут прям, знаешь, какая-то опасная домохозяйка, которая ждет мужа с работы. Кухонный нож, Сухарик выбрал. Давай дальше. Ну сейчас решится твоя судьба. Давай, я тебе тут... Ты мне ничего не припомнишь. Не, никуда его не засунешь. Ну, мамкин... Пир. Все, хватит, уже. Подожди. Перед тем, как добавить это на шмотку, я спросил. Мне дали разрешение, потому что я как бы сам переживаю, чтобы меня потом не шандарахнули. Мне дали разрешение. Ну и последняя дверь, Сухарик, выбирай. Ля, дополнительные 200 рублей. 200 рублей. Сколько? Сухарик только что выиграл 200 рублей бесплатно.
Сними пока что шмотки эти, пожалуйста. Хотя нет, не снимай, надень. Стасик, ты готова? Ты готова, Стасик? Нет. Ты не готова? Вот на самом деле и мы не готовы. Давайте возвращаемся сюда все. Я боюсь, ты испугаешься, когда увидишь Сухарика. Подожди, Сухарик. Сухарик, ну иди ты сюда, А кто это? В смысле, а кто это? Не, на футболке кто это? Это Катя. Серьезно? А, че, серьезно? Подожди. Да. Сними футболку. Сними футболку. Можешь попу повернуть? Да там одинаково, на самом деле. Все, да. Давай, Стасик, давай. Твоя очередь украшать себя. Вдруг ты тоже в чулках будешь, я не знаю, честно. Ты что там в двух комнатах? Ладно, пусть будет зеленый. Ну, две чиксы будут сражаться между собой, Стасик. Ля-ля, я даже не смотрю, Стасик, давай, второй. Ты там не под... Ну смотри! Уже хотя бы не балаклава, а про каска, простреленная каска. Прям военная такая женщина. Дальше, следующая. Следующая. Чулках. Так, Стасик у нас тоже выбрала дылду. Ну нормально, Стасик, нормально. Тебе колготки идут, точнее чулки больше идут, чем Сухарику. В этом я могу быть уверен на 100%. Хорошо, две дылды у нас сегодня будут сражаться. Давай! Красный, для разнообразия. Ну, ага, понятно. Хорошо. Кирка юный шахтер! Вот ты чем будешь черепушку Сухарику продалбывать. Давай дальше, следующие. Понятно. Так, хорошо. Да ну! Ля, какая ля! Ну хорошо. Так, подожди, мамкин пирожочек, там еще на спине у Сухарика написано. Так, давай, Стасик, давай, выбирай кое-что уже. Ну, бутик с колбаской. А ну, покажи бутик. Хороший бутик. Ну, в принципе, вы готовы сражаться? Я надеюсь, что мне чулки не попадутся, потому что третью серию подряд просто мгновенная карма, мне как-то не хочется. Вы готовы, дети? Нет! Готовы, Мия, тыкай на кнопку и приступаем. Три! Как только молния прогремит, сразу в бой. С одной стороны кирка, с другой стороны кухонный нож. Погнали! Кто кого закукарачит в этой серии? Сухарик у нас убегает. Длинноногая брюнет. Ты брюнетка? Стасик, да, длинноногая брюнетка охотится. Я тебе хоть за... попадаю, нет? Домашнее насилие какое-то. Ножиком всех рубасят. Ой, зачем? Ой-ой-ой, вот именно, Стасик, зачем ты их заспавнила? Сухарик отбегает. Стасик вообще теряется где-то в этом мире. Стасик бегает не туда, куда нужно. Да что вы делаете? Может, хватит столько зомбарей спавнить? Да вы же с ума сошли! Простите меня, щу. Мужика в балаклаве в чулках атакуют. Да нет, не-не-не, в этой серии айфона нет, в этой серии вы никому звонить больше не можете. Стасик остановилась, Стасик не понимает, что делать. Стасик в одной руке носит кирку, в другой руке носит синюю шерсть. Стасик, зачем ты поставила эту синюю шерсть с ума? Почему я бью его деньгами, а? Да. Нормально, короче. Да убей. Да давайте, ты уже дубей его, ты этой киркой уже заколебала, Стасик, давай! Ой. Стасик, на тебя нападают, на тебя. Да видишь я! Ай-яй-яй-яй-яй, Сухарика зажали, немножко зажали, но Сухарик успевает убежать. Кто кого? Чьи чулки окажутся прочнее? Кто сможет победить? Все, что я вижу, как они питаются дошиками и пытаются отрегениться. Мне кажется, они пытаются зомбить, чем себя. Хватит зомбарей бить, бейте друг друга, заколебали. Зомбари вам ничего плохого не сделает в этой жизни. Ну почти. Упадите в лаву, реально. В прошлой серии Стасик умерла сразу же, буквально спустя 2-3 секунды после начала раунда. Стасик, ты в этой серии не можешь так же сделать. Нет, я так не хочу, я хочу. А ну. Мне баб нужно. Давай, помаленьку. Кухонным ножом! Помогите! Ты сам заспавнил этих зомбарей, поэтому сейчас лучше. Я не спавнила, она поехала. Сколько у тебя хп оставалось? Сколько хп у тебя оставалось? 2 хп. Блин!
Ну, я думала, они тебя добью. Это было близко, это было близко. Идите сюда, 500 рублей Стасик должна сухарю. 500 рублей отдавай. Да. Молодцы, молодцы. Сейчас моя очередь. Ой, подожди, я должна была тебе в чулки запихнуть эти 500 рублей. Слушай, ты со своими вот этими извращенными желаниями, мечтами с тобой состоишься. Карма, пожалуйста, пожалуйста, карма. Только не чулки, только не чулки. Я тебя очень сильно прошу. Только не чулки. Так. Красный. Что я выбрал? Шавуху. Шавуху выбрал? Шавуха — это как золотое яблоко, то есть она регенит, поэтому это очень даже хорошо. Дальше. Давайте синие. Честно, мне нельзя угорать над кем-то, если кому-то выпадают какие-то тупые, глупые вещи. Да почему? Да почему? Чулочки. Давайте зеленые. Чё мне выпало? Опа! Ля какая! Если сейчас мне тоже выпадет длинноногая красотка, и мы здесь будем просто топ-модель по-русски, это будет очень плохо. Давайте вот это. Простреленная каска. Ну это плохо на самом деле. Лучше балаклава бы мне выпала, но да ладно. Так, эники-беники, подождите. Что бы мне здесь выбрать? Давайте опять синий. Опа! Так, тихо. Я ничего не буду говорить, потому что меня спалит. Ну, пока что я выгляжу вроде... Ну, неплохо. Так. Нет. Сейчас, по идее, должен быть образ, да? Или нет? Или да? Сейчас, это последнее. Так, только не длинноногая, я вас прошу. Только длинноногая. Вы что, издеваетесь? Ты не изменился. Вы что, издеваетесь? Что? Подождите, а как это сейчас будет выглядеть в чулках? Дайте мне секундочку, я сейчас преображусь немножко. А чё с Эдом? Ты жив вообще? Я тут вообще-то, ты. Вы чё-то зачем? Я не понимаю смысл жизни, когда мы снимаем эту рубрику, честное слово, но... Вам нравится? Вам нравится? Да, мне нравится. Мия! Сделай себя чуть больше. Да нет, это как раз таки прикол. Ладно, Мия, пожалуйста, хотя бы ты не выбери чулки. Пожалуйста, я... Мне тебе нравится? Мне, честно, очень нравится. С прошлой серии реально мало чего изменилось, я просто чулки напялил на себя. Потолстел больше. Потолстел, да. Мия, твоя бабушка очередь. Бабушка откормила сильнее. О, тоже шавуху выбрала. Неплохо, молодая. Неплохо, Мия, неплохо, хорошо. Не смей, пожалуйста, даже не смей. Не надо. Будь умной, девушка. Твою фуражку, Мия. Ты издеваешься. Давай, Мия, давай, надевай. Все надели, и ты мучайся. Давай. Ты знала то, что там алмазная, нет. Да? Нет. Да, конечно. Подсмотрела где-то подсмотрела. Давай, хорошо, Мия, дальше. Надевай, ты сразу давай надевай. Что ты выбираешь, сразу надевай. Вот, молодец, давай дальше. Втроем быть одинаковым стоит. Только втроем быть, да. Ну, мамина воришка. Надевай балаклава. Утка в балаклаве, в чулках. Такого мы еще никогда не видели. Давай. Да откуда ты все знаешь? Да ты... Слушай, я буду выключать звук тому, когда я озвучиваю, что я выберу. Ты знала. Да. Давай, последнее. Давай, куда пойдем? Отожги. Ага, молодец. Что-то... Это образ качка с худыми ногами. Ну хотя бы, да. Ну, на самом деле, мне вот этот гей, подождите, я потерялся. Ну, тело у тебя будет широкое. Тело широкое, да, ну не худые. И высоким себе. Кормите голодного. Покормите, да, меня. Мне дошик, спасибо. По мне видно, что я и дошики люблю, и пирожки, и вареники, и мамкины. И бутерброд. Жалко, да, то, что мне бутерброд. У меня шавушка зато выпала, да. Мия у нас подсмотрела, подслушала все, качок переростыш. Да, она знала, где алмазные вещи, где хорошо. А ты маленький жирненький. Упаси большое тебе за оскорбление, но я как бы тебя не оскорблял, да? Нажимайте на кнопку, и мы приступаем. Ну все, нужно будет как-то менять правила, потому что, ну это жопа.
Мия все знала, Мия все знала, где все находится. До свидания, Мия. Я с тобой больше не дружу. Я с тобой не дружу, Мия. Не дружу. Куда? Я тебе сейчас отстану. Иди сюда, мать! Иди сюда! О, подожди, что так быстро? Это, мать, это первый первый в истории случай, когда маленький жирненький пирожочек закукарачил большого и злого качка. Извините, пожалуйста, я не хотел. Ну, ладно. У меня есть один алмаз, я не знаю, я его где-то нашел. Это... Мия, подожди, пятихатку! Еще один алмаз. Мия, пятихатку дала? Да, я выброшу алмаз. Пятихатку дала? В принципе, я готов! Если, конечно, мне кто-то пирожочек даст, накормит меня, то я готов. Я нажимаю. Обойдешь. Да, давайте, нажимайте, и мы потом. Ты так толстенький, куда тебе еще пирожочек? Хорошо. Худеть, да, мне не нужно худеть. Я в форме, в рассвете сил. Я вообще красавчик у мамы. До свидания. До свидания. Ля-ля-ля. Здорово, подожди. Шавуха. Вкусная шавуха, дядя Шота. Ты где? Все, я утекаю. Да ты издеваешься. Да у него читы все, там читы, килограмм. Понятно все, что с читами. Килограмм. Вот знаете, толстенького, маленького, жирненького, все могут убедить. То есть, это всем, да, конечно, вы знаете, то, что я вам отпора не могу дать, я вот такой маленький. Подожди, а сейчас всеми. Сухарик, да успокойся, ты я уже выиграл, как бы пятихатку гони. Почему пятихатку? Тысячу. Какую-то, а тысячу гони. Вижу, да, две тысячи гони, сухарик. Тысячу. Да все, хватит драчункаться! Сухарик, успокойся, дай тысячу. Это моё. А сейчас у вас за третье место. Я, в принципе, уже начинаю, я уже нажимаю, и можете... Ну, подожди да, еще. Ну, хорошо. Чулки надо потянуть. Не, ещё не на своей зоне. Не, вернись в свою зону. Да что так верните? Ой. О, да подожди, я случайно нажал, да что ты уже пересралась-то так. Дай доширак. Доширак, естественно. Держите доширак. Три. Хлеб улетай. Два. Один. Толстячок, тебя тоже видно. Да, это без разницы. Просто сражайтесь. Кирка, длинноногая, ножик, качок. Сейчас посмотрим. Да все, утекайте, поделитесь дошиком. Я не знаю, когда две девушки сражаются, но как-то невозможно на это смотреть на самом деле. Так что... Во, Стасик, ты куда залетела? Не, ну ножик это опасное оружие, ножик это очень опасное оружие. Ну, девочки, ну не деритесь. Я знаю то, что я красивый, но за меня не нужно драться. Ну не деритесь, пожалуйста. Мы поделим меня. Или я не знаю. Или вы не за меня деретесь. Я за деньги. Ты за деньги дерешь. За 100 рублей. Хорошо. Я тоже хочу кушать. Ой. Только землю не ломай кусты, Стасик. В прошлой серии ты землю ломала лопатой. Хватит. Ага, вы сейчас будете кругами, да, бегать просто. Откуда крипер тут? Какой крипер? Не было никакого крипера. А, нет! Сухарик, это ты крипера поставил? Нет. Ну если не я, значит вообще... А, кстати, ты молодец, Сухарик, я даже про него как-то забыл, потому что здесь крипер. Ага, просто А сейчас перестраивай это все, Сухарик, потому что... Сколько тебе хп? Да, вы заколебали, ну реально, ну... А у тебя сколько? Ты что, бесконечная, что ли? Давай. Помоги. Ой, ё-моё. Ну почти, меня прям попалось. Я сейчас пойду. Мия, тебя немножко, да, так сдуло. Вот. Стасик ее немножко сдуло. Да бей ты, она горит, Стасик. Где она спряталась. Крипер бегает. Конечно, крипер, потому что Сухарик его заспавил. Стасик, убегай. Ну и зачем опять эти криперы? Уйди, толстяк. Всякие дебилы спавнят всяких криперов непонятных. Ой.
Ой-ой-ой-ой, это все потом перестраивать, да сухарик перестроить. Я пойду такая. Что это, яма? Я выжил! Пол хп. Мия, я тебя поздравляю. Нормально, что меня не Мия даже убила. Да, тебя, кстати, не Мия даже убила. Мия, иди сюда, я тебя поздравляю. Держи, ты заслужила. Дошек. Иди сюда, подожди. Ну ладно, и вместо дошика еще 100 рублей. Ты заслужила. Хорошо. Молодцы, девочки, подрались. Чулки, надеюсь, не были. Ты что делаешь, Стасик? Я топлюсь. Не надо. Я бы назвал, какая мы группа и какие песни мы поем. Но по нам, это но, видно. Но по нам, мне кажется, да, это видно, то, что мы немножко нетрадиционной музыкальной ориентации. Ну, лично я и вот Сухарик, потому что, ну ладно, не будем в это углубляться. Давайте мы просто закончим эту серию. Поставь, да лайкусик на самом деле можно даже не ставить, поставь его, если хочешь. Просто напиши в комментах, хочешь ты видеть новую серию или нет, и подпишись обязательно на канал, чтобы не пропустить ее. Я и эта дружная компания длинноногих блондинок, мулаток, брюнеток и меня, красавца. Прямо такую бабка откормила, конечно же, маленького. Ну, зато выделяюсь из толпы. Мы скажем тебе огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока. Так, идем сейчас и записываем первую песню, потом сразу же ее выпускаем. Кстати, и хиты сразу. Может, давайте, как первая песня будет называться? Может, есть порванные джинсы у кого-то там, у нас порванные чулки. Порванные чулки. А у меня трусы видно. Сась, это уже как бы... Нет, это уже не... Нет, смотри, если вот так вот смотри на F5...